Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас сегодня, как обычно, обзорчик акций выходных. Что у нас сегодня интересное есть? Должны быть наборы накопления, по идее, и куча разных веселых вещей. Так, начнем с английского сервера. Что у нас интересного сегодня тут есть? Так, New Month's Pack. Да, я вчера забыл позабирать Shopping Spree. Так. Такое себе. Хотя, в принципе, 500 за 50 довольно-таки неплохо. Вот 2000 уже санкции продают. Было 1500 вчера, сегодня 2000. Скины все есть. Так, большие паки. Зефир. Ну, за двадцатку тоже неплохой пак. Пыльца, это 600 уже. По 600 питомцев пихают. Космос вален. Винвашп. Эти все есть. Есть. Вольт есть. Роза есть. В общем, на рынке сегодня ничего такого сверхмега нету. Один плюс один действует на New Month's Pack. Что-то маловато. Ну, в принципе, это за десятку довольно-таки неплохой. Так, один плюс один, лаборатория, бонус. Hunter так и есть, New Month's Pack, Accumulation добавилось, Land и Проспектор. Коллекционер есть, вот так вот. Так, что по... О, в коллекционере начали монетки здесь давать. Интересно, интересно, стрелок. Ну, такое. Чтобы прям мега-мега вау, за Сукуба 100 книг. Честно говоря, печальный какой-то коллекционер. Так, тут у нас уже сундучки. Может, что-то новое добавили. 3150, нет. Пока все то же самое. Остров. Остров тот же. Ну, такое себя. Ну, конечно, на выходных, в субботу коллекционер. Что-то я не припомню, чтобы здесь такое было. Странно, странно. Что у нас там по топам? Лада и чешется дуло. Так, окей, поехали на русский сервер. В английском вчера неплохие акции были. Так, колесо. Парящий остров. Огник. Короче, ничего интересного нет. Могли бы уже давно зефира поставить. Цветущие. Охотник, большая выхода, сокровищница, ничего себе на русском. О, нифига себе, настолка, ребята. Второе, третье число. Это прям как наливайка на русском сервере на 2 дня. Вот так вот. Да, помененная настолка. Очень странно, что они ее сделали. Поехали. Фу! Ребятушки, можете меня поздравить. У меня есть вольт. Обалдеть. На этом, на сардельке есть донатный герой. Наконец-то свершилось. Свершилось, ребятушки, чудо. Только нахрен мне он нужен, я не знаю, но он уже у нас есть. Получили мы на халяву мега донатного героя. Мега-мега донатного героя. Это просто пипец.
Сардалька сегодня просто будет настойки целый день пить. Да, ты что? Вольт. Ребята, целый вольт. Это просто аут. Так, а где мой магазин? Я все получаю, получаю новых героев, места не докупаю. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Что я могу вам сказать? Мега-мега прям удача. Я вечно забываю. Ну, это нереально на всех этих аккаунтах фармить каждый день. Кстати, это скоро закончится, тоже надо пофармить. В общем, такие вот дела, ребят. У меня уже есть вольт, надеюсь, вам тоже точно так же повезет. Поехали на немку, посмотрим. Это просто пипец. Вольт, вольт на сардельке. Да. Прям отжигаем. Так, что у нас здесь есть? Молотки бога грома. Вот здесь нормально. Акции насыпали. Бля, здесь печеньки нормально продают. Эссенции. Смотрите, здесь печеньки, там печеньки. По 450 печенек, блядь. Нельзя это сделать на английском сервере без печенек. Вот, смотрите, какой здесь коллекционер. Воу-воу-воу. Ну, блин, конечно, нижний хреновый. Но тут более-менее неплохо. Рунки, пыльца. Пиратик. Квин Варп уже. Так вот. Можно получить ее, блин, ее можно получить вообще за копейки, по сути. 1200, ну что, давайте лупнем. Да, сегодня у нас супер день, можно себе позволить. Так, не, за 150 не будем. Блин, настолько сервак крутой, что не хватает просто тупо места, ребят. Просто тупо не хватает места для плюх. Это просто жесть. Посмотрите, сколько всего. Я здесь не играю, тут просто копятся плюхи и... Просто тупо не хватает места. Так, ну что, 1200. Пиратик. Бум, надо квинвашп. К сожалению, не дали. Но эссенции тоже падают. Нифига себе, по 5. Ну вот это кайф. Это реально кайф. Здесь один осколок зефира. Но мы получили 2 осколка. При таком количестве кровавой Мэри. Нормально, да? Так, какой-то... Глюк. Глюк Хантер. Это, наверное, та же самая акция. Понятно. Колдграбер. Сейчас тоже глянем. И смотрю, здесь светится. Вот смотрите. Зашел себе, выбрал награду, которую тебе надо. Просто кайф. Вот что нам надо? Ну, заберем ордена. Заходишь. Жмешь еще раз, что тебе там надо. Карта на забытую. Пожалуйста, бери. Заходишь еще раз, нажимаешь. Что тебе надо? Обычная карта. Вот реально в этом плюс. А, так, ну здесь вроде все, поехали. Где мы еще? На Тайване не были. Не были. И на сервер. Пойдем дальше спать. Радоваться донатному герою. Блин, ну это нереально круто. Тан-тан-тан-тан. Так, форты. Форты завтра за 300 самого. 5, ребят. Опять за один самоцвет здесь дают эту халяву третью неделю подряд. Капец. Третью неделю уже дают, раздают. Так, что там у нас АЭС уже засветился.
Обалдеть, вот просто кайф. Пакет накопления, отлично. Да, Тайвань тоже может. Так, тут куча разных акций. Хрустальный, пират. Ну, на немке, я не помню, по-моему, Квинвашк не давали в прошлом пирате. Это новый пират сейчас начался. В общем, неплохо, неплохо. Так, что у нас здесь есть? Посмотрим сейчас. Вот такие вот плюшечки по рынкам. Так, окей, поехали на АС-сервер, еще глянем. Так, магическая лаборатория, настолка. Тоже есть. Поехали посмотрим. Может, и здесь нам повезет. Так, ее тоже здесь поменяли. Пазлы выиграли. Вот так вот. Выбросили два. Выиграли пазл. За пазл мы тут купим Нифуязал. Она со второго по второе. Здесь один день. На русском 2 дня. Заберем скин. 320 штук, как-никак. Так, что здесь есть? Коллекционер есть. Посмотрите, какой коллекционер. Такое. Магазин скидок. Так, что здесь в магазине скидок? Вот то же самое, что и в прошлый раз. И парящий остров. Забираем опять же 9-ю эту. По рынку. Сегодня тут накопление. Оно вчера было на английском сервере. Здесь на английском сегодня нет, здесь есть. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Можете меня поздравить с вольтом на сардельке. Всем удачи, всем пока.